Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Леша Играет и смотрите продолжение партии Замали в Sid Meier's Civilization 6, сетевая на восьмерых, на карте Расщепленный Фрактал. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое им спасибо за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Мали, у тебя не оказалось? А? У тебя нефти не оказалось? Есть нефть, но я не хочу все тут прям переключать на нефть. Ну, может, тогда просто это, военный союз, чтобы его быстрее попилить. Давай. Ну вот. Разделили. Ну, то есть ты забираешь Гданьск и Познань, все остальное мое, правильно? Ничего себе, я так-то нормально разделил. Из 8 городов 2 мне. Как ты знаешь, ты не очень. Ну давай, кто сколько возьмет тогда? Я просто... Ой, Синдай у кого-то упал. Дим. Я просто... Я не начал эту войну, это вы начали войну. Чего? Я сидел, разбивался. Просто выбиваешь мне жителей города. Извини, разве я начал эту войну? Да. Но это вы тут разделили Польшу. Мне надо в подлодке сначала. Я просто поинтересуюсь, нельзя перенести как-нибудь партию? Нет, обычно... А смысл? Ну, у меня уже 3 часа утра, я спать хочу. У меня 5. Извини, у меня 5 часов утра, но я ведь сижу. Мы можем дать ЦЦ в Лёшу и пойти отдыхать, если что-то пошло. Но Египет еще выиграть, наверное, хочет. Ну, конечно. Почему у тебя к моим городам были дороги, у меня к моим городам не было? В смысле не было дорог? Вот че тебе не сиделось без религии, а? Сейчас бы я вышел в этих, спокойно бы начал в тебя пускать этих челов. Вот, надо было тебе лезть. А нафига мне этот бонус? Да блин, ну почему? 4 ж хода было прошлым. Ничего, просто... Я не понимаю, не могу. Сколько я туда инженеров отправил? 6? Так я же не собирался обращать тебя полностью. Я бы оставил это в Токио и все. Да, да, ты мне основной город. Я серьезно, и мне зачем обращать тебя? Зачем ты мне вообще полез основной обращать мой основной город? Я пошел к тебе, чтобы ты ответил мне миссионером, я получил религию. Я взял демократию, чтобы у нас с тобой были жесткие караваны с едой. Кстати, да, поляк, ты же мог, пока в союзах были, ты же мог ходить апостолами, что-то делать. Ты как-то поздно это начал делать. Чего я смог? Раньше бы война началась. Не, ну вот он заключил союз, да, и сразу повел своих апостолов. И нам бы пришлось делать апостолов, типа, мочить его, а он бы просто сказал, типа, да, убивайте меня, убивайте. Ну, не подумал, в следующий раз подумал. Просто в следующий раз с тобой никто союз бы не стал заключать, я кинул любую войну и твоих апостолов сразу ушили, вот и все. Так, как долго этот город будет держаться? Вау, мне впервые у меня украли теху, шпион. Ты о чем?
Так, а где у нас тут уран и алюминий? Вот. Уран тоже где-то тут был. У меня уже есть одна ядерка. Ну, я уже не выиграю эту игру, я хоть что-то сделал. Мне-то ты зачем изначально срать? Я эту игру мог по культуре выиграть. Ты взял, просто все обосрал, вместо того, чтобы пойти в молитву. Японец, предложение. И вообще все испортил. С руль получается? Да, все просто взял, сломал. Ой, Дима, вот так вот дружи с тобой потом все ходы. А на территориях городов государств можно что-то строить? Военными инженерами. Не знаю, проверь. Мне кажется, что нет. Вроде нет. Блин, а что у нас этот... Я до него постоянно не добираюсь. Я, если что, взял этого ученого на 1000 того и 1000 другого. Собирайте ученых там. А что, раздают? Да. Ну, если есть 16 тысяч ведра, можете взять. Кстати, интересно получается. Вот мы тут с Альбертычем сидим в науке, а в итоге самый первый спутник построил Китай. Как это? Ну, потому что я не собираюсь улетать. Китай вот как построил спутник, так и на ядерной тяге, в ядерном пепле. Самолет-то никто не выходил? Нет, никто не выходил из самолета. Все сидят в танках. Город-государство Валетта. Я уже вертолета выхожу. Блин, как бы мне... Блин, мне нужен космопорт, чтобы увидеть. Черт, надо в Нияне космопорт строить и спутник сделать. Победила. У меня основные города захвачены. Тут пешие хвост. Захватывает остальные. Серьезно, тебя Польша захватывает? Ну, блядь. Чел, который. Единственный, у кого были шансы тебе помешать, это мне выиграть культуру. Он просто решил, давай мы отдадим победу Лёше. Я понял. Дружить, короче, нельзя. Методом вообще. Как ты планировал культурой выиграть? Я что-то понять не могу. А, да это уже не важно. Не, просто, допустим, у меня Китай, у меня 3 корпорации. Одна полностью дальше. Монополия. У меня фул, все шедевры у меня. У меня все здания, в которых раньше шут. У меня больше всех культуры было. Пока монополия я... больше да, дает в любом случае. Ай, я тебя смоляю. И это к тому, что я Китай, я не тешу себя надеждой, то, что культурно победить можно здесь. Ну, потому что ты херней занимаешься. Если ты правильно делал, ты будешь игру уже давным-давно победить, потому что тебе вообще никто не мешает. Понял? Не, ну, серьезно. У тебя гиби-гиби-гиби-гиби чудеса уводил, о чем тут можно вообще говорить? Ну, японец, я не знаю, я только вот эти 5 городов вижу, 6. Как я могу видеть, что ты культуру побеждаешь? Ты не особо ты выбиваешься. Можно открыть и посмотреть, сколько у меня было культуры, и подумать, куда, откуда она берется. И для чего она берется. 106 туризма. 106 туризма, правильно. Когда ты у меня 2 основных города забрал, в которых у меня вся культура была. А пофиг. Давайте кампус, космопорт тут строить. Сейчас Мали просто взорвет китайца. На этом игра закончится. Ну и этого.
Так, а тут космопорт. Тоже надо построить. На... Или ядер... Нет, тут, наверное, ядерки надо еще. Что там, даже ядерной войны не будет у вас? Интересно, а как это вот есть кризис, что я захватил в... А, Варшаву. Вот, про столицу. Не понял, а как так получилось, что мы типа разделили Польшу, но она тебя захватывает, а не ты ее? Ну, потому что у меня города без стен стояли, у меня просто сразу пошел, с одного хода города поломал. Ну, за этим. Ну, ты, конечно, хорошо подготовился. Я не собирался с ним вообще воевать. Я говорю, что я собирался... Он тоже не собирался воевать, я просто обратил город и начал меня разделять. Начал обращать мне город и пошел идти. Я один город обратил, ты думаешь, я собирался еще обращать? Фраза, что я строю этих, это к чему относится? Мы сохраняемся? Или... Да, да, сохраняемся. Столицы. Что? Начинается тебе прикол со столицы, я забираю, ты забираешь. Ну да. Ведь уже хочешь сдаться, раз потому что я эту битву явно не выиграю при заходе столицы. Как хочешь. Потеря столицы разрешает сдаться. Если хочешь сдаваться. Кто играть-то, кто хостит будет. Не знаю, на кого-то перейти. Не знаю, тут я так понимаю, что еще китаец и Египет надеются на что-то. Я не знаю, уже давно было решено, кто здесь победитель. Почему? По всему. Там реально по всему. Ну еще никто не улетел, никто культуры пока не видел. А, кстати, вы там хотели на Ашан, по-моему, посмотреть. Смотрите. На что посмотреть? На Аншан. О, но. 45 послов у меня там стало. И даже шпионом такой фигней нет. Ну. Проще снести такую фигню. И не маяться было. Игры закончились. Блин, что-то произошло, и у меня скорее мир. Кризис ты принял. И он принял. Зачем-то. А-а-а. Молодец. Вот оно что. Ты что принял? Какой кризис? Я что-то не подумал. А ты уже в третьих правительствах, Лёш? Да, я уже давно в коммунизме. Может, Египет что-то сделает? Египет, ты сделал ядра? Проект Манхэттен, осталось несколько ходов. Ну, может, у тебя еще шансы будут. Может, ядерку все-таки здесь? Это долго, правда. 7 6, вот тут давайте. Да я у тебя просто по деньгам малень не вытяну. У меня нет таких безумных доходов. Конечно. И по вере. Ну ты на веру взял домик? Да. А сколько у тебя вера вход? 200. А денег сколько? Да, это не важно. Ну, денег сейчас 300. Ну, это все караваны из-за того, что я объявил Японии войну, по-другому бегать стали. Не Япония, в смысле, Польша. А так по 1000 где-то было? Да. Там, блин, караван где-то 40, что ли, был.
меня вообще один караван, и все. Зато в столице перестала падать религия. У меня один караван и ноль коммерческих. Испанец, ты мне еще и каравеллу убиваешь? Ты с кем-то еще выйдешь? А, этот... Ой, я не понял, что это ты. Что-то попутал, да? Попутал, да. Бес тебя попутал, наверное. С другой стороны, возможно, сейчас тебе не до меня. Нет, ну, это тебе времени не хватит. Блин, я когда-нибудь дострою? Почему он мне пишет два хода? Ты дошел? Блин, я не дострою никогда, короче, эту хрень. Ну вот, даже до... А, нет, дошел. До фабрик? Я уж в алюминии и компьютеры пытаюсь открыть, чтобы меня совсем всего не затопило. Нет, ты не успеешь. Это чем больше затопит, тем больше нужно потратить. У кого есть урон еще? Или, скажи. Ну, у тебя был, точнее, есть в Кракове. И поэтому на тебя и нападаю. Это я сам не успею. Ну, я вот, конечно, дошел, но надо еще допроверить. Просто у тебя в Кракове и уголь, и уран, и алюминий. Вот с этим, да, повезло. Испанец, заканчивай. Да-да. Нефти только не хватает. Ну, я там нашел другой источник. Почему? Так и нефть у тебя вон в Кракове тоже есть. Где? Подожди. Ну, под Краковом. А, ну это на воде. Она на воде. То есть мы просто бегать от столицы, точнее от города к городу, пока Египет не решит. Этих генералов вот он накопил, а смысл это? Так, надо караваны на производство. Так, кого там убивают мне? Он метанчик все? Так, мне надо в глобализм, видимо. Бля. Ну вот, я думаю, что у меня, где еще одна ячейка? У меня Алькамбру забрали. Я, похоже, встретил эту подводную лодку своим скаутом. Встреча века. Да мне кажется, блин, что Альбертович, да, там бомба находится для меня. Да. Кстати, хорошо. Я бы сказал, что через три хода в тебя полетят ядерки. В меня? В Египет. В тебя-то зачем? Китайцы, мы там продолжим что-нибудь? Три хода, короче, все. Кинул. Этим городом все. Захватывать, он сам придет. А у тебя там есть один источник, мали, урана? Ну да, ты не видишь, сколько у меня урана?
Ну, я видел, я думал, ты этот хатусы потихоньку собирал. Не-не. Хатусу я на самом деле прикупил, чтобы она мне тут не нападала. О, Валета появилась, кому нужно было. Ну, вылазь отсюда. Ну, вообще-то очень даже нужна. Я успел воспользоваться для самого. Ну, нет, не успел. Чуть пораньше было бы. Спутники нужны, чтобы было видно, куда ядерку кидать. Египет, давай, предоставь свой аргумент, твой малин, на том, что ты можешь что-то поставить этим ядром. Да, блин. Я его закончу. У меня почему-то каждый ход сбрасываются карточки. Это, блин, из-за твоей... Из-за это твоего из-за Кракова? Альгамы. Да, это из моей альгамы. Блин, ну это вообще не прикольно. Ты получаешь военный военную ячейку, и я твой получаю. Так вот, а зачем тогда карточки все сбрасывать? Не надо было делить больше. Раков, мне кажется, сейчас заберут или не... Да, заберут. Что, карточки сбрасываются, правильно. Причем, блин, только две ячейки сбрасываются. Ну, что такое? Вот, был... Город, сколько там, 17? Где-то так, осталось один. Так, надо танчик для ПТКМА. А где танчик купил? Нигде? А, ну давайте кавалерию тогда покупать. На самое быстрое. А как начать абордаж?
Непонятный вопрос. Мой скаут приплыл рядом к подводной лодке. Как вот сделать так, чтобы скаут свою палкой открыл? Постучаться в люк? Да-да-да. Так мы ж не в войне с тобой. Что, можно в войне так сделать? Конечно, себе? Объявляй войну и сразу сможешь. Я воздержусь. Давай, гипер, я все же куда-то ядерки кинешь. Хочу посмотреть шоу взрыва. Куда я их кину? В малей ты их кинешь. У меня даже нет порта, чтобы... У меня даже подлодок нету, чтобы отправлять их. О, как тебе в Мендесе все то... Так, слушайте, так о чем мы продолжаем тогда? Мы реально как бы время тратим. Гипер что-то не хочет. То есть вот на что вы надеетесь? Как Китай скажу, то есть я надеялся, что все-таки... Ну, уран один есть, но всего одна нефть. Ну, смотри, у меня к тебе, Китай, три подлодки плывет, то есть просто три ядерки я в тебя кину, как только доплыву. И к Египту. Ядерки у меня уже построены даже. Кроме того, я вас опережаю по науке, то есть пока вы там восстанавливаетесь, я могу точно так же улетать. Мне могли бы тут помешать только именно, что японец с поляком, но они тут самоаннигилировались. Не знаю, мой лайф хотел победить туризмом, но мне кажется, у него шансов на это не было вообще. Он, конечно, собрал там шедевры и собирался на спарк поставить, но... Да ладно. Вот танки хороши тем, что у них они не требуют этого. Зоны контроля, понимаете? Какой смысл? Он, слушай, все равно сейчас отвалится. Ну давайте тогда... Я согласен на победу Лёши. Ну ты вот, ты видишь, Египет, вот подлодка уже подплывает. И, собственно, я жду только запуска спутника, чтобы увидеть, куда лучше в тебя кинуть. В Китай, в смысле? Нет, в Египет. Ну ты уже согласился. Грязей надо бахать. Все как в жизни всех несогласных. Или хочешь, я прямо сейчас в Мендо скину, хочешь? Чтоб ты быстрее сговорчивее был. Кидай сразу, кидай в Мендо. Чисто посмотреть. Там подожди, все равно подожди. Чисто. Подожди, Египет, давай военники заключим, я хочу посмотреть. А, все уже кинул. Египет, у тебя ведь военник не занят? Дай военник. А я так хотел увидеть морские курорты по 60 туризмов. Египет, дай военник, я хочу твою территорию посмотреть. Я не вижу предложения. Кинь тогда ты, если не видишь. Подрубайтесь к стриму. У меня спутники открыты. Нет, это я вижу, я имею в виду без тумана вообще. Нет, территорию-то я говорю, я же его вижу. Я хочу прям вот, как оно выглядит без тумана. Почему последний житель не может умереть от этих перехватов столицы? Ну, потому что столица не умирает. Последний житель не умирает. Что за бог какой-то? Зачем мне Китай войну объявил? Ну, кстати, я уже японца обогнал по туристам. Египет, я хотел посмотреть, как ядерка летит, блин. Зачем ты его убил? Зачем ты начал бомбардировать моих
Ну, мой корпус. Потому что надо было как-то пройти, а там не было прохода. Как попросил бы. Слушайте, надо нефть обработать на воде. Где у меня вообще нефть? Вот. Это раз. Построим вот руины. Два. Статуи Зевса. А, так мы что решили? Я не знаю, я не услышал, чтобы Египет сдался. Тогда ой. Ну, дайте венгру еще 3 хода. А у венгра что через 3 хода будет? А, кстати, искупителя никто не построил? Кого? Христианского искупителя я строю? Нет, 2 хода. Ой-ой, за 2 хода я пошли. Так-то по-хорошему, вот, ну, как Китаю, надо было на Венгрию нападать, потому что, ну, блин, лакомый такой кусочек. Да, блин, как мне достало вот это. А кто сильнее отстал? Просто у меня такой минус Китай? Постоянно по алюминию получается и углю. Что сильнее? Ни за что. И кто плюс сильнее? 4 нету. Отстал, потому что я захватываю Краков, а там, там Ападана, или кто там? Короче, какое-то чудо, которое дает дополнительную карточку. Мне нету смысла, типа, сильно там как-то захватить Польшу. Главное просто ослабить, чтобы мне уже тут это никто не мешался. Можете у меня ядерку пустить? Нет. Ну как нет? Ну а зачем мне на тебя тратить? А то Египет чего-то ждет. Я не знаю чего. Спутник я отправил. Экспедицию отправил. Что-то Марс остался. Марс за 5 ходов. Не-не, стоп, я уже путаю. Так сейчас ядерка в Грузии приедет. И все. Кончится Марс. Я построю статую Зевса. Да ладно, он там на авторазведке плавал. Не знаю, стоит на моих караванах. Просит милости. О, кстати, да, все так должно было быть. Альбертыч кинул бомбу, у меня все сломалось, и в итоге у меня золото в плюсе. Ибо, а мы ждем чего, чтоб ты Египет, да, только сдался? Не знаю. Ну ты, типа, ты сдаешься или нет, или мы, или ждешь, пока в тебя кинут?
Еще не кинули все. У тебя хотя бы есть чем противопоставить эту ядерку? Ты ее собьешь? Я улечу просто. Нет, тебе... Как ты улетишь? Ты ни нанотехнологии не открыл, ни умные материалы. Почему? Нанотехнология открыта. Умные материалы осталось. Ну давай. Так, нам надо Мендес захватить. На весь мир против меня. Нет, просто мы ждем, что ты сделаешь. Собственный город нельзя разрушить, чтобы он так не маялся. По-моему, авианосцы захватывают города. Тут проблема в том, что я не вижу вообще. У меня только один город был для на берегу. Блин, а дадите валет поюзать, плиз? Зачем она? А у нас есть валет, оказывается. Валет и 4. Она недавно умрет сейчас. Да. Буквально 5 ходов назад. Спасибо большое. Да, морские плотины, здравствуйте. Их вообще не стоит. Ты решил закосплеить Атлантиду? Чтоб ты понимал, у меня вообще нету ни одного коммерческого района. У кого там нет ЦКшек? Вообще нет. Поэтому у меня только к концу игры два путя этих торговых и все. Ну, может, гавань? Кто? Да, он делся. Гавань Папа? Только одна. Китай, сколько у тебя туризма вход? Это Китай, что-то нет. Три сотни. Три сотни и плюс 165% каждому. Сейчас Китай к культуре. Нет, на самом деле, если Китай захватит город Венгр-Кисек, то он получит еще порядка... Китай уже не победит. Тут никто уже не победит. Я не знаю, как там хотел японец, конечно, победить, но... Нет. Китай еще треть из того, что есть, это очень много. Не, ну если бы венгры, условно, я бы начал захватывать, когда в самолеты вышел, то может быть. Но, блин, я с ним дружил всю игру, и как-то некрасиво. Ну. О, китаец, у меня национальный парк Льюсик Фьорд дает 110 туристов за ход. Один национальный парк. А, и еще у меня в Кисеге три... морских курортов по 30 со статуей. Там фишка просто в том, что еще, считай, территория захватывается, то есть дополнительно монополии какие-то образуются, возможно. То есть там могло набежать, но, блин, зачем? Мы дружили. Не, ну сейчас на вопрос о победе, сейчас уже не до дружбы. Да. Я не призываю себя захватывать, я просто говорю. Победа 29 ходов. Столица пала. Ты меня право убить. Кто вылетел? Походу... Хост не вылетел, хост вышел. Хост потерял столицу, имеет право быть. А, ну... Не сказал. Не, я сказал, может быть, тихо сказал, но я сказал. Окей, спасибо за игру. Ну, мне чисто краков. Вот уголь, алюминий и уран. Ради этого. Ну и надо удержать их, конечно. Давайте починим крепление. Давайте, наверное, Виктора я сюда пересажу. В Тимбукту.
тогда Амани. Да, робота я могу купить, в общем, да, 2400, а за веру вряд ли. Хотя бы тонуть перестану. Не успел. Так, сейчас я увижу карту наконец-то. Ну, какого хрена? А еще один ход. А, блин. Современный танк. Давайте. Так. Так, приобретение снижено за производство. Торговые пути к Китаю. 2 очка. Египет. Ну все, наконец-то я вижу карту. Пора.
Воу, они так далеко летят. Ну, я тебе сейчас все города закидаю. Да, на здоровье. То есть мы будем сидеть до конца, да, тут? Вроде есть у меня шансы. Нет. Почему? Итай, сколько тебе дает морской курорт в Кисиге? Туристов. Сейчас за предыдущий ход, видимо, показывает еще только. Китайцев тебя кидать? Ну ты предупреди только, я раз стрим веду, чтобы посмотрели там. Типа. Ну я просто не знаю, или поссорим, попробуешь ли ты культуры победить. Я бы, честно говоря, просто хочу закончить, а Египет, видишь, не дает нам. Если желать, вы просто говорите, сдаешься. А если вы хотите, то я могу, в принципе, закончить. Нет, причем тут мы хотим? Если ты считаешь, что ты можешь тут победить, то играем. Я просто не вижу вообще как. Ну как? Я отправляю экспедицию на Марс, выхожу в технологию. Ну тебе это, ну при самых хороших условиях ходов 15. Так ведь? Да, за 15 ходов, что нельзя это победить. За 15 ходов я тебя заберу полностью. А зенитки помогают против этих? Помогают? Помогают. А как можно меня забрать? Ну как, ты же видишь, у тебя города без защиты. То как тебя можно... Ты не понимаешь, как тебя забрать можно? Понятно как, но я не вижу, чем это можно было бы забрать, например. Сейчас приплывет. Команда? Ой, Япония этими теперь. Рок-группами пытается. И китайцы лизу туризм, включи, пожалуйста. 708. Я же говорю, у тебя удвоится туризм. Включи лизу туризм, интересно посмотреть. В Кесиге морской курорт. А тебе не космопорт вообще? Сколько там будет? Туризм. Хочется, чтобы и на город, и на космопорт. Между чудом и городом. Нет, левее. А, вот. Да, 60 туризма. Не знаю, наверное, вахитотон надо. У меня было 30. То есть удвоилось за счет... за счет статуи Христа Искупителя. Номер 3. Ходов. Наверное, все-таки надо бросить. Ладно, в этот, в Бродвей бросаю.
неплохой взрыв. Так, а где у него правительственное? Алексей, можешь следующую кинуть в Сиань? Проверить, зенитка вообще работает или нет? Могу. У тебя какая, стрелковая или ракетная ЗРК? Зенитная пушка, мне кажется, это какая-то хрень, да? Не, она может сбить, почему? Тем не менее, китаец 11, туристов вход. Через 12 ходов победил. Да. Правда, если ты меня убьешь, то половину своих туристов наверняка потеряешь. Через 15 я должен победить. Ну что там, летит? Летит. Красивое. Зенитка хоть помогла? Зенитка стреляла, но нет. Ну как слезать с опять? У него правительственное. Куда я слепой не вижу. Наконец-то Корея пала полностью. Да, минус 14 туристов хватает. Скорее, сейчас еще вместе со мной будет минус 14. Или даже побольше. А что Леш, так слабо? У тебя, по сути, только 3 ядерки, да? Нет, почему? Это уже четвертое мне прилетело. Еще я уже 4, я 4 кинул в этого, в Египет. Просто такая тема, если ты за там сколько? За 10 ходов не принесешь еще ядерок, то все, культурное. В смысле принести? Мне их достаточно строить. Они у меня были, у меня просто подлодка не доплыла до тебя. А теперь подлодки тут. Блин, а истребители эту всю фигню не сбивают случайно? Сбивают? Ну, если на самолетах, с ракетами я не знаю. Против ядерок, зенитки и корабли. Ракетный крейсер и... Кто там перед ним, линкор? Не, ну будем честны, что если бы Лёша это делал, то он бы не стал бы всем рассказывать, что он поплыл ядерки везде. Да, да. Если бы мы не договорились, в общем-то. Так, надо краков. Вообще очень неплохо помогает прокачка у этого... Называется у Виктора. У него есть четвертая прокачка на... Слушайте, реально, почему так слабо... Зенитки. Амбразура ПВО. У меня же даже этот есть. Ну, короче, ядерки поразрушали все там корпорации, улучшения и все такое. И процент улетел просто. То есть, короче, счетчик туризма закончился.
Да. Ну, хотя все равно написано 700 туризма. Не, было 700, просто до ядерок было почти плюс 300%, да, там 270. Откроем. Сейчас плюс 180%. Наверное, я мог и улететь на самом деле, но неинтересно. Еще ты потерял 23 туризма на гибели двух цивилизаций. Ладно, сейчас вот 3-4 хода посмотрю и тогда заканчиваю. Посмотри, что это все-таки дает. Я поприсутствую, вы не против? Я следующим ходом у тебя уже города начинаю захватывать. Чем? Ты так удивляешься, как будто реально нечем. Я, а чем честно, ты захватывать будешь? Не вижу же. Ну, конечно, ты не видишь. На подлодках они не могут прибыть. Ну, если что, у меня есть армия копейщиков, которая остановит всю атаку. Проатакую, просто сделаю тут еще один танк. Я пока не буду назначать. А тут еще кого мне Бенгалу из столицы убрали? Ах вы гады. Кто это сделал, интересно. Так. Уголь, алюминий. Кто там что атакует у меня? Проверю, по-моему, должен авианосец. А, раз, два, три, блин. Тогда придется ПТ-командой сначала. Да ладно, как он не доплыл? Какого хера? Прикол. Это прикол. Космопорт мне сломали. Ну что, Хатуса войну объявила? Подождите.
Предлагаю закончить. Ну что, да, я тебе следующим ходом захвачу город. Ну хорошо, если вы желаете. Что-то ты посидел? Да не, просто китаец уже начал захватывать самого... Я вот ждал снизу. Пока... Да, ну там вертолет прилетел. Ну ты понимаешь, что ты тут... Если все вкинули ядерку, ты в ответ ничего сделать не можешь. То, ну, все уже. Как ты можешь улететь, по-твоему? Вы зачем? Немного подождать просто. Как, собственно, и делали в других ситуациях. Если подождать, чего ты подождешь? Ну, достроится ракета, и ты улетаешь. Но если в тебя кидают... Смотри, я тебе кидаю ядерку, у меня летят... Идут юниты захватывать эти города. Ты не можешь это никак отбить. А города, в которые ядерка прилетела, они уже не такие производственные. Часа 4 назад сказал, что Лёша вина, вы мне не верили. Ну тут, блин... Я верил. Тут как бы... Да, я понимаю, было. Если бы Египет или Китай тоже хотели... Ну, пришли бы и в меня кидали что-то. Так у них же вообще ничего нету. Я тут только, собственно... Всем доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Ты у нас... Японец досмотрел. Я думал, мне тут флот не пригодится, но... Я просто не очень-то думал. Я думал, там ракеты на 5, на 10 клеточек летят, а тут... Почему лучше авианосцем, чтобы я сразу мог тут купить танк? То есть прям существенно. Ну вот, смотри. На 12 летают. Вот тут я теперь каждый ход просто танки покупаю и остальные твои города захватываю. Ну ладно. Ну, это понятно, но... Ну и как ты, как ты можешь успеть куда-то улететь? У тебя один космопорт всего лишь. Не кинуть сюда ядерку, тебе ты его чинить будешь 5 ходов как минимум. То же самое касается китайца, я там уже приплыл на города тоже. Просто уже не помню условия, там же... Вот строишь... и нет космопорта. Молодец. Что сказать? Там фишка в том, что если у тебя последний этап, и ты не подталкиваешь свой спутник ничем, то он у тебя застопорится. То есть это не так, что ты его запустил, и он улетает. То есть все-таки как-то поменяли. Нет, во-первых, знаю, он сам поменяли. По себе 25 ходов летит, смотри. Если ты его запустил, то 25 ходов летит. Тебе надо ускорялки запускать. Если у тебя захватили тот космопорт, откуда ты запускал ускорялки, то у тебя не будет, ну, у тебя не будет идти добавление, у тебя будет ноль просто. Тебе надо либо новый космопорт строить и там ускорялки делать. Вот так. Я помню, я просто уже не особо вспомнил, что именно. Тут вот, я помню, использовал при помощи алюминия всегда, но сейчас что-то я не вижу. Там, где надо алюминий, складываешь его в космопорт, и ты улетаешь побыстрее, летишь на Марс. Так это на последней стадии уже. Последний? Да, кстати, вот китайцы, если бы ты реально раньше захватывал... Венгра, то за счет, я так понимаю, что это туризм за счет монополии в основном, да, а не за... Да тут... А не за себя. Нет, монополия. Чисто, здесь чистого туризма 700, и еще там до 300% было сверху. Я позволю себе вставить, из этих 700 туризма, половина туризма это один мой город. Я говорю, там национальный парк дал 60 туристов, и еще 3... Нет, 80 туристов, один национальный парк, еще 3 раза по 60, это 180. Это 3 этих морских курорта. Не видно будет. Там же не просто так был построен Золотые ворота. Они дают плюс 200 к туризму от улучшений. Да. Тут грамотно. Еще тут и Эйфелева башня стоит. Да, и Эйфелева башня. И мне не хватало для полного счастья только статую Христа искупить. Почему я говорю китайцу, если ты захватишь, имей эту статую, у тебя будет хоть какой-то шанс. Не, ну я просто вот то же самое, ядерки проходят,
Мне еще. Я, кстати, в эту не вижу, в дипломатическую куда-нибудь кинул. В смысле? Ну, в этом, у китайца где дипломатическая площадь? Китаец. Вот-вот-вот, я забыл, что рация, разговариваю такой с собой. Вот дипка. В упор не вижу. Так если ты поставил какую-то... Ченду. Вот она, да. Нет, не правительственная. Правительственная. Ого, правительственная, я имел в виду. Я думал, в канцелярии почему-то здесь. Да, что-то я ошибся. Правительственная где? А, Шэньян. Да, вот она, возле двух кампусов. Ну вот, сюда кинуть. А, у тебя не зал для приемов. Подожди, да, у тебя зал для приемов, да. То есть это у тебя, прикинь, все губеры опять, ну, не дают ни счастья, ни жилья. Туда кинуть, и все. Ну ладно, в любом случае, спасибо за игру. Спасибо тебе вам, спасибо. Алексей. Спокойной ночи. Спасибо вам, можно Алексей. Спать. Да, спасибо всем за игру. Пойду посмотрю Альберта Чистофановича. Какие вещи, ты пойду спать. Спасибо всем за игру. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!